Дорогие друзья, всем привет! С вами Роман, и сегодня мы обсудим, стоило ли покупать компендиум 2018 года в этом году. Ну что ж, приступаем! При покупке компендиума, то есть потратив 10 долларов, вы уже получаете 3 сундука Immortal и 20 уровней. То есть вы получаете 20 уровней, парни. Парни, девушки, кто меня сейчас смотрит, я без понятия. Вы получаете 2 насмешки, 4 сундука Immortal и 2 колеса Релай. Плюс комментатора мегаубийства, всякие жетоны одного курьера и вард. Музыку получаете, и, ну, карточки, это уже мелочь, я считаю. Так, 20 уровней. Плюс у вас есть катакомбы, в которых вы получаете приблизительно еще 40 уровней. То есть у вас практически уже было бы 70 уровней. Давайте посмотрим на 70 уровней. Перейдем дальше. То есть до 70 уровня, давайте до 71, у вас было бы колесо Релай, плюс одна насмешка, еще одна сокровищница Immortal, две насмешки, одна сокровищница, три насмешки, две сокровищницы. У вас было бы 4 сокровищницы бы первого уровня бы и 3 насмешки бы. Это очень годно. Бенефактори, он выпадает на 83 уровне и, блин, очень годно. Типа, на самом деле, это в этом году стоило покупать компендию 2018 года. Вы сейчас спросите меня, как я добился 180 уровня без доната. Вообще, реально я не донатил деньги только. Ну, только на компендиум, конечно же. И то я продал только шмотки. На ставках, посмотрите, на ставках я поднял 57. Ну, давайте будем субъективны. Я поднял 61 уровень. Тупо только на ставках я поднял 61 уровень, чтобы вы понимали. Плюс благодарности. Благодарности вы обменивались, то есть у вас дается 10 благодарностей в неделю. Если у вас по 25, то в неделю вы получали по 250. Но давайте начнем, когда вы уже получаете по 50, то по 50, то получается вы в неделю можете получить все по благодарности по 500. А если у вас есть друг, как у моего знакомого есть друг, то есть смотрите ставки, у него 100 похвалы, вот где он, так, благодарности, так, вот он. Так, давайте посмотрим. На благодарностях он поднял 76, то есть 8 уровней он поднял тупо на благодарностях. Я без понятия, сколько поднял. Ну, в целом, именно от одного человека он только 8 уровней поднял, так как это его друг, но не суть. Если у вас есть еще Dota Plus, то вы получаете еще, ну, как я решил, если добиваюсь 200 уровня, я покупаю сразу Dota Plus себе, чтобы мне выпало сразу 10 уровней, и, в принципе, я был бы уже доволен этому. Ну, как по мне, стоит покупать компендиум, было в этом году. Только жалко, что мне не вышли никакие дорогие шмотки. Вот давайте награды посмотрим. То есть мне практически выпали все шмотки, кроме одной. Вот редкие мне не выпадали, вообще никакой не выпадало. Это мне подарили. Вот это у меня только одна осталась шмотка. Вот эту я был продал, и осталось только вот это. Думаю, через 14 уровней она мне выпадет. Либо это выпадет, либо это. Но, скорее всего, это. Это уверенность такая. Блин, было бы круто, если 50 уровней мне выпадало хоть раз. А так, в принципе, неплохо, я думаю, поднялся. Так это годно очень. Так что, как по мне, в этом году было нужно было покупать компендиум. А вы можете написать в комментарии, кто покупал компендиум, чего он достиг с донатом, без доната, на каком уровне ему выпадали редкие вещи какие-то. И все, в принципе, с вами был Роман, до скорой встречи, всем спасибо за просмотр и всем пока.